Ребята, всем привет. Работаем. 15 киловаттник. Уже будет с дополнительным теплосъемом. То есть трубы будут, 57-я труба идет. Удобная чистка будет труб сделана. То есть здесь аж рука пролазит. Вот. И здесь сверху. Между трубами расстояние есть. Это внутренняя рубашка. Получается трехходовой теплообменник. Идет, то есть раз, два, три. Теплосъем у нас большинство будет сниматься. То есть нижний язык получается и трубчатый теплосъем. То есть и верхняя. То есть будет у нас везде вам проходить огонь. То есть максимально сделали. Вот такой вот котел. Колосники у нас водяные будут. Как и были, так они и есть, остались. Изменений здесь никаких не произошло. Пятьдесят девятая труба идет, выход дымовой. И тут также все осталось, тут ничего, никаких изменений нету. Форсунки воздушные чуть-чуть сместилась, конечно, форсунка одна. Ну, вроде нормально все. Сделали. Первый котел у нас отправляется. В понедельник в транспортную компанию отвозим. Вот, и начинаем шлепать котлы дальше для клиентов. Так сказать, обеспечивали культурный досуг. Правда?